Итак, очередная награда высшего достоинства у Светланы Саханенко в лыжной гонке на 7,5 километров. Преодолеть непростую дистанцию белоруска смогла за 22 минуты и 19 секунд. Обладательница серебра Михалина Лысова из России была на финише только через 36 секунд. В беседе с нами Светлана Саханенко призналась, несмотря на предыдущие успехи, ранее она завоевала 2 золота и бронзу, перед этим стартом сильно волновалась, но в победу верила с самого начала. Эта гонка далась, конечно же, нелегко. Так как она по счету уже четвертая, уже накопилась усталость. Вот. Каждый шаг, каждый подъем давался еще тяжелее и тяжелее. Спасибо всем моим родным и близким, и всем тем, кто за меня болел, переживал, и всей стране. Я чувствую вашу поддержку каждую минуту, каждую секунду. Сегодня же свою личную медальную копилку в Пхёнчхане пополнил еще один белорус. Юрий Голуб стал третьим в лыжной гонке на 10 километров. До этого в Южной Корее он уже завоевал золото и 2 серебра. Сегодня была очень сложная гонка. Мы боролись, выиграли бронзовую медаль. Накопилась уже усталость. Все гонки были на пределе. У нас сегодня получилось, мы очень рады этому результату. К этому моменту в активе национальной сборной уже 12 медалей. 8-ю строчку в общем зачете Беларусь занимает благодаря четверке атлетов. Чаще других по 4 раза на пьедестал поднимали Светлана Саханенко и Юрий Голуб. Еще по 2 награды нам принесли Лидия Графеева и Дмитрий Лобан.